Найдите наибольшее целое число x, для которого 4 в 27 степени плюс 4 в 1000 степени плюс 4 в степени x квадрат. Для решения вынесем 4 в 27 степени, или то же самое 2 в 54 за скобку. Тогда от первого слагаемого останется единица. От второго 2 умножить на 2 в степени 1945, потому что 1946 плюс 54 – это как раз 2000. И от третьего 2 в степени 2х минус 54. Очевидно, если в скобках написан квадрат суммы, то есть если 2х минус 54 – это 2 умножить на 1945, то это квадрат. Так что число 1172 годится. А вот если x больше, чем 1972, то сумма расположена между двумя последовательными квадратами. Ну, в самом деле, вот это число в квадрате, это как раз последнее слагаемое, значит, да, меньше очевидно. А если x больше, чем 1172, то в таком случае x минус 27 больше, чем 1945. Ну, если вы будете здесь возводить, то получите больше, чем здесь написано. Вот и все. Число оказалось заключено между двумя последовательными квадратами. Это невозможно. Таким образом, наибольший x – это 1972.